баночку. Нифига себе, какой комодик топовый, ребят. Офигеть. Так он реально топовый. И внутри даже... Офигеть, тут запчасти, вилки всякие. Офигеть, какой комодик топовый. Но это с кухни. Слышь, такой комодик нам бы в гараж вообще бы идеально вписался. Было вот нормально. Смотри, сколько нашел розеток и эти механизмы для полок. Это розетки нам не нужны, только на барахолку. На барахолку. Устоять перед этим комодиком, поэтому мы с Димоном его загрузили на мой самокат, и сейчас я его сам повезу в гараж. Ребят, вы посмотрите, как идеально он вписался в мой гараж. Он офигеть, такой красивый, еще в хорошем состоянии.